Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, такой небольшой хобби-влог. Хочу показать, у меня, как вы видите, уже появилась новая раскрасочка «Архитектура большого города». Это атмосферная раскраска такая вот на тему городов, архитектуры. Даже архитектуры, скорее, не городов. Увидела я у девочки ее в обзоре. Это новинка, совсем недавно вышла. Это, по-моему, издательство СТ. Да, если не все правильно. У них несколько вышло разных раскрасок. Я смотрю там на тему и зверушки, и чего только нет. Но мне понравилась именно архитектура, я увидела. Тем более, что вот немножко, конечно, в таком... Ну, это я, наверное, ее пока у меня в пакете лежала. Много чего закинули туда книгу мне. И чуть-чуть примяли. В общем, ну, бумага обыкновенная, как и во всех этих раскрасках. Достаточно тоненькая. Плохо, что она, конечно, на склейке. Может, конечно же, развалиться. Сама раскраска мне очень понравилась, повторюсь. Я, как я уже сказала, да, увидела у девочки в обзоре. Мне очень понравилась эта раскраска. Ну, во-первых, в ней есть мой любимый Питер. Безумно нравится этот город. Безумно красивые виды. Красивая архитектура. Здесь не только, здесь Лондон, Париж, Венеция, в общем, Петербург, Москва. Ну вот, посмотрите, какая прелесть. И вот, очень понравилась иллюстрация. Конечно же, это раскрашено, это, наверное, что-то из серии или Китая, или что-то в этом духе. Вот, наверное, Англия. Очень нравится, очень красиво, атмосферно. Посмотрите, Париж. Во-первых, ну, мимо Питера я не пройду. И здесь как бы вот, смотрите, какая красота тоже. Это, скорее всего, Питер. По крайней мере, похоже. Во-первых, мимо не пройду. Во-вторых, посмотрите, какая прелесть. Во-вторых, вот Москва. Во-вторых, маленький объем такой, да, вот формат небольшой. Можно с собой ходить, носить, красить. Можно дома красить. То есть не надоест, не устанешь от нее, как по мне. Ну и заодно учиться раскрашивать архитектуру. Ну, посмотрите, Питер. Скорее всего, Исаакиевский, да. Памятник. Не помню, по-моему, Николай, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот. Париж. Ну и сами зарисовки очень даже красиво. Скорее, я вот разговаривала с подругой, больше похоже, знаете, когда в скетчах девочки зарисовки какие-то делают, да, что-то понравилось, красиво увидели, зарисовочку делают. Вот больше похоже на такое, скорее всего, по этим скетчам, наверное, ее и сделали, раскраску. Но мне очень-очень нравится. Вот. Посмотрите, какая красота. Это тоже, наверное, что-то... Китай или Япония, или что-то в этом духе. Больше, по крайней мере, похоже. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вот тоже. Потому что это явно не питерский лев. Так, немножко пробегусь, да, по страничкам. Может, кому-то интересно. Будет здорово раскрашивать, на самом деле. Даже есть немножко памятников. Несложно. Вот. Уже более что-то романтичное такое. Не знаю, Гавайи, может, еще что-то. Что-то такое. Вот. Несложно, не напряжно. Достаточно неплохо нарисовано, несмотря на простоту самих иллюстраций. Посмотрите, какая прелесть. Где-то у нас тут даже есть. Вот. Опять Париж. Опять Париж. Это, скорее всего, ну, больше на Венецию, конечно, похоже, но вряд ли это... А, плохо, что нигде не, как-то не подписали. Есть вот такого формата иллюстрации. Вот. У нас Москва. Опять же, то есть, ну, есть где разогнаться. Есть что пораскрашивать. Такие вот замечательные иллюстрации. Обложка мягкая, ну, как и у всех этих раскрасочек. Это у нас Анна Остин.
иллюстратор. Что еще сказать про нее? Здорово. Буду красить. Не знаю, мне понравилось из всех, вот сколько их выходит. Уже очень много вышло. Стоило, я брала «Читай городе», я бронировала ее. Броня у меня была. Я забронировала, сегодня пришла, забрала. 259 рублей. Ее цена, ну, я еще там со скидками покупала, поэтому, да. Вот такая вот раскачка. Мне кажется, к ней подойдет. Я достала давно забытые как-то вот таким чудным образом карандашики. Графитовая Цанет. Палитру я уже, да, оторвалась. Ну, здесь такая палитра как раз вот, мне кажется, под эту раскраску будет самое оно. Сейчас хочу найти что-нибудь, подобрать и сделать обложечку. И буду пробовать раскрашивать. Я думаю, как раз для нее вот эти вот карандашики. Будем надеяться, что мне понравится. Продолжаем свой хобби-влог. Ну, вот так как-то получается немножко. А здесь вот эти вот линии, это я долго пыталась понять, что это, потому что мне нужно было горизонтально. Вот это все просвечивает, если видно. Вот просвечивает с обратной стороны. Тут линия. Здесь вот тоже, да. Очень тонкая бумажка, и она, как вы понимаете, все просвечивает. К сожалению, чуть поплотнее бы листы, было бы, ну, совсем шикарно. Пока что только так. Допустим, видите, видно, что с обратной стороны. Ну, к сожалению, вот так. Ничего с этим не поделать. В целом мне нравится. Единственное, я пока не совсем поняла, такое чувство, что эти карандаши, именно санетовские, такое чувство, что не хотят здесь рисовать. Я пытаюсь красить, и они вот немножко как прошлифовывают, не хотят. Небо неоднородное. Неоднородное я так и хотела, чтобы, ну, можно сказать, что-то типа штриха было. Правда, теперь вот это все, что просвечивает. Если вам, да, вот видно. Это все, конечно, перебивает. Но в целом мне нравится. Я пока не решила, буду размывать, не буду. Они могут размываться еще, помимо всего. Их можно размыть, можно потом еще наслаивать. Ну, я пока не решила, что и как будет. Поэтому пока вот так. Мне нравится, меня устраивает. А дальше посмотрим. Вот они как-то как будто не хотят здесь красить. Себя ведут, видите. Но в целом красить можно. И я пока что использовала одни карандаши. И, скорее всего, это косяк именно этих карандашей, потому что бумага точно такая же, как и, собственно говоря, в обычных, в других раскрасках из этой серии. Ну, из этого издательства. Собственно говоря, ничего не изменилось. Кроме рисунков, да, и вот. Поэтому не страшно. Но в целом, как я уже сказала, красить можно вполне интересно. Я так чуть-чуть, знаете, просто было интересно попробовать. Буду сейчас искать обложку, какую сюда придумать, или пленочку. В общем, буду сейчас одевать ее в одежку. Вот такой небольшой был хобби-влог. В планах еще многое пораскрашивать. В планах сегодня еще вот такой вот удивительный мир животных. Кавай, скорее всего. Может быть, даже в час заката. Так что планы еще большие на сегодня, поэтому буду заканчивать. Просто хотела сегодня показать именно вот эту новинку. Может, кому-то будет тоже интересно. Может, кто-то любит именно архитектуру. Они есть на Озон, на Валберис. Ну, мне было удобнее, считай, город заказать, и уже на следующий день. Ну, вечером я заказала, утром пошла, забрала. Всем спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего весеннего настроения, творческого настроения. Всем пока-пока.